Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я приехал в лес вот в такой за маслятами. Сезон начался. У нас такая вот погода стоит. Немножко пасмурная, но тепло. Идут дожди. И пошли грибы. Пойдем сейчас собирать. Оставайтесь со мною. Собираем. Погуляем. Идем. И вы со мною. Такие цветочки прям растут. Красивенькие. И вот далеко ходить не надо. Огляделся немного. Видите, первые наши грибочки. Маслята. Посмотрите, какие они чистенькие. Свеженькие. Берем. Смотрите, сколько грибов. Маслят. Кругом. Кругом грибы. Море маслят. Ну, собирать будем сейчас. О, вообще. Вот в таком леске я вот собираю. У нас погода стоит жаркая. Вот утро. Солнышка еще нету. Но такая духота. И вот именно сейчас их надо собирать. Маслята. Несколько дней пройдет, и они уже все отойдут. Первые. Ну, пособираем еще. Покажу я вам, сколько я с этой полянки сейчас соберу. Вот такие вот. Маленькие, крепенькие. Выбираю те, которые свеженькие. Собираю. Ну, их можно очень, наверное, много набрать. Я даже от мотоцикла отошел всего метров на 20. Насобираю немножко. Картошечку люблю я, жареную с маслятами. Вот это вкуснятина. Все нам любят. Посмотрите, какие красавчики. И вот вдаль смотрю. Вся полянка в таких вот красавчиках. Кругом они. Эх, какие. Надо же. Дождались мы грибочков. Сезон пошел. Вот хожу, смотрю. Рыжики. Рыжиков пока нету. Но будут. Будут. Видите, какими они стайками растут. Кучки. И кругом они.
кругом. Вот что. Все в маслятах. Вон что их. Ну хорошо. Радует нас лето. Собираю. Беру вот такие средненькие. Маленькие пускай растут. Мы когда их готовим, мы всегда снимаем вот эту верхнюю пленочку. Почему-то у нас так принято. Знаю, что некоторые не снимают. Мы вот снимаем. Поэтому я совсем маленькие не беру. Это будет утомительное занятие. Вот такие наши красавчики. Но их очень много. Немножко пособираю. Лишнего я брать не буду. Если только мариновать будем, приеду еще раз. Недалеко. Такие красавчики. Ну и еще походим. Посмотрите, какой богатырчик. Он небольшой, но у него ножка такая толстая. Классненький. Свеженький. Он на нем прям роса. Видно, нет ли. Под муравьиной кочкой обосновался. Ну, красивенький. Берем. Смотрите, какие крепыши стоят. Такие большенькие уже. Тут вот мелочь. Полно. Рядом вот полынь растет. Это не такой запах. Кстати, полынь. Это полезная травка тоже. Сейчас посмотрим эти грибочки. Вот такие вот они крепыши. Эти мелкие трогать не буду. Пусть растут. В травке их видно, нет ли. А эти мы берем. Мне нравится вот такие вот собирать. Вот видите, какой-то даже сок, как роса на них. Такие вот они с крепенькой ножкой. Вот такой вот. Так вот мы его вот. Вот какой. Ну, красавчик. Вот их сколько. Такими. Стайками они. Растут, вот некоторые уже перерастают. В такую жару 2-3 дня их не будет. Но потом другие пойдут. Но тем не менее, вот эти первые, они самые как раз приятные. Столько маслят. И так их много. Я прям хожу, выбираю самые хорошие, собираю понемногу. Можно брать хоть сколько. Но лишним, конечно, не стоит. С ними что работать придется. Ну-ка, собираю. Вот все вот такие вот, как на подбор, чистенькие. Даже и смотреть не надо. Их сразу видно, которые уже старенькие, мягкие, а это такие вот бодренькие. Хорошо. Работа, тихая охота идет у нас. Первый раз в этом году. Сезон открыт.
начало есть. Их такие вот грибочки. Маслята. Никак оторваться не могу от них. Уже, в общем-то, сколько надо набрал. Но, как сказать, это не жадность. Это охота тихая. Вот такой цветочек. Красивенький я вам показал. Некоторые друзья просят меня показывать разные травки. Вот я и показываю. А вот здесь вот желтенькие растут. Смотрите, какие. Они большие такие. Вот. Засыхают уже. Ну ладно. Работаем. Собираем грибочки. Ну, друзья мои. Пособирал я маслята. Вот набрал пол ведерка где-то. В пакетик, в сумочку. Даже поехал. Ведерко не взял, но я на мотоцикле. Сейчас, значит, все. Вот, рюкзачок положу. И поедем домой. Ну, еще немножко похожу. Чуть-чуть пособираю. Еще чуть-чуть. Просто погуляю. Ну, всем пока, мои друзья. Походили вы, прогулялись со мной. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Берегите себя и своих близких. Всем удачи. Пока-пока.